Всем привет! Сегодня мне пришел штампик, чтобы уже делать подпись своих изделий. Вот такой, из латуни. Сделал мне его Александр Столяр. Ссылочку на него оставлю в описании. Он много делает и из дерева, и из латуни. Сейчас делает это штампы под заказ. Кому будет интересно, смотрите, подписывайтесь, обращайтесь. А так как у меня штампик есть, к нему же обязательно надо сделать ручку. Так что в этом видео будем делать ручку для вот этого штампика. Так что смотрим, как это все получится. Поехали!